В Кирове началась подготовка к празднованию 640-летия города. Такую дату будем отмечать в июне будущего года. Поскольку 2014 в России объявлен годом культуры, особое внимание чиновники уделят учреждениям именно этой сферы. В Кирове они планируют завершить капитальный ремонт дворцов культуры «Космос» и «Заречный», модернизировать городские библиотеки. Кроме того, к юбилейной дате должны преобразиться городские парки и набережная Грина. А в сквере на улице Московской планируют установить памятник Трифону Вятскому.